И так каждые 2 часа на железнодорожном вокзале Самары со строгой периодичностью обрабатывают все контактные поверхности. Сиденья и перила, словом, все, что находится в зале ожидания. Помимо этого, каждую неделю проводится генеральная дезинфекция уже силами приглашенных специалистов. В зале ожидания установлены санитайзеры, работает система обеззараживания воздуха. Штат вокзального комплекса полностью обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Это начиная от защитных масок, перчаток, антисептических средств, то есть уже индивидуально выдающихся каждому работнику вокзала. Кроме того, хочу обратить внимание, что в настоящее время процент вакцинации сотрудников вокзала составляет не менее 81%. Привиться могут и пассажиры. С мая на базе медицинского кабинета работает пункт вакцинации. За это время здесь привили около 1200 человек. Воспользоваться может любой гражданин Российской Федерации, который пожелает привиться при наличии паспорта, СНИЛСа. Привиться в Самаре также можно в поликлинике по месту жительства или в одном из круглосуточных кабинетов, работающих на базе больниц. Вакцинацию проводят для всех, кто старше 18 лет. Виктория Шарая, «События».